Пойду пока Нюрбург катну. О, блядь, тут дождь идет. Ой, батя, охуенно еще и зашел я, судя по всему. Так, он где-то так. Ну, попробуем. Сейчас, блядь, еще баночку, блядь, надо. Вот, блядь, баночка Адрика. Родимая. Хотя проф, может, чем не сам попробовать. Такс. Ну, погнали. Охуенно, мне теперь надо справа стоять. Та игра, блядь, шутит нахуй. То есть она меня ставит налево. Потом типа говорит, давай-ка вправо, братан, потому что у тебя позиция поменялась. Из-за того, что дебилы поотлетали. 22-1. Ну ты можешь взять сетап с того сайта, который скидывал. Я на нем ездил. Давай попробую. Только возьму раз Aston Martin V8 Vantage. Ебать там! Нихуя себе! Ебать! Вот это я, блядь, охуенно, блядь. А что еще раз? Какого года был Маклар этот? Астон 19, если он самый последний, который. Ну да. Ебать, нахуй, прорыв, блядь. Тупо за один поворот, нахуй, блядь. Там сколько? 7 позиций. Погода солнечная, оптимальная. Блядь. Ебать, так. В бимер не въебаться. Надо же привыкнуть, раскатать резину. Что, блядь, что-то вообще нихуя. Че подойду? Блядь. Ёбаный Астон, рулись. Пиздец, он что-то не хочет нормально ехать. О, Ауди там полетело. По гравию. Короче, там Ярик, Эллипсис и Артём, скорее всего, тоже будут участвовать. Ну, там такой, я думаю, сильный состав. По крайней мере, Эллипсис очень хорошо едет. Эллипсис, да. Ярик, хуже меня немного, наверное, Артём, ХЗ. Там, походу, ситуация будет равная. Есть один хороший пилот и два средних. Спасибо за комплимент. Без негатива. Все. Учтем. Я же любя. Что? Спасибо за комплимент. Я думаю, что я средний, я думаю, что я слабый. Бля, ёбаный насос. Да, ты попал в нашу команду. Команду придурков, дебилов. Замечу, уже не мои слова. Я пожалуй, пойду отсюда. Да не, присоединяйся, зайдаться. Так. Да не, я думал, что пойду как-нибудь. Заниматься своими делами. Не знаю. Бимер ей так себе. Чилить? Возможно, или работать. Сейчас вот эмодзи сделал. Да, я заметил, классный очень. Да, он прямо тут вообще. А я буду сейчас. Как там, а можно прям по ходу игры установить? Нужно же пресс запускать. И как вообще устанавливать эти
сетапы? Сетапы в папку документов заходишь, там есть папка Assetto Corsa Competizione, там папка сетапы. Ага. Там папка с машинами уже. Ну, на тех, которые ты уже ездил, сохранял, соответственно, сетапы. И по ходу игры можно, да, там, скидывать спокойно. Раз так, то я сохраню, блядь, сетап на Aston Martin, чтобы создалась папка. AMR V8 Vantage GT3, оно? Да. Вот. И там просто можешь себе сетап скачать и просто туда закидать. Там сразу папка в сетапах, название трассы. Так, ну загрузил, давай-ка посмотрим, что это. Ну, Бимер, сейчас сожру, блядь. Бля. Сука, не удалось так выйти. Сука, сожру, блядь. На абсолютно той же настройке ничего не менял, там электронику или что-нибудь? Не, вообще ничего. Блять. Чё он делает, блять? Ёбаный, блять, паровоз, нахуй. Какой у Aston Martin смешной звук при включении передач. Ну, есть такое, да. Ладно, здесь полнутый нырнул. Как будто бьют, не знаю, по боксерской груши какой-то. Очень смешно. Ты думал, я тебя не схаваю, я тебя не переиграю, блядь. Потом ты ошибся. Получай грязный воздух еще. Так, только там, правда, блядь, Фера едет. Сзади уже. Фера, я чувствую, едет неплохо по темпу. Бля, ну тут ты же не поедешь вот здесь? Ебанько, блядь. Я понял, блядь, чел. Просто конченый, нахуй. В этой шикане лезть, блядь, это нахуй надо быть конченым, блядь, дебилом. Просто, блядь. Нахуй отбитый. На ёбаном бимере. Ну да, Фера едет быстро. Бля, контакт небольшой был, походу. Блять, чуть теперь в бимер не уперся. Блять, бимер просто, он, блять, так хуёво проходит большую часть трассы, блять. Сука, теперь специально блокирует на траекторию. Шо за, блядь? Ах. Блядь, вот эта шпилька, это пиздец. Столько калечно прохожу я. Как он проходит этот поворот, блядь, просто на внутренний нахуй поехал, понимаю. Ладно, вот этот порядок нельзя сожрать.
left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Футбольчик стартует, сейчас смотреть буду. Бать, заруба, конечно, у нас здесь плотная. Хорватия, Испания, бля, о, не. Вот это была ошибка. Бля. Пиздец, я очень много... Надо было дотормозить, блядь, я, короче, нихуя не дотормозил, блядь. Сейчас Бимер уедет у нас, я фер очень много подстопил, блядь, из-за этого. Я 28 проехал, но боже, как мне в последний поворот уже страшно тормозить. Да, короче, хуёво. Ладно, сейчас Фера начнёт файтиться с Бимером, хотя 5 минут. А такое начало охуенное было, просто разом, блядь, кучу позиций. Я думаю, что Фера уже напрямую атаковать. Я понимаю. Там Бимер решил, блядь, нахуй. Файтится, что пиздец, блядь. Короче, накатался я вас от курса. Ну, скажу так, Астон Мартин пока выглядит как самая стабильная машина из всех представленных. Ну, она самая простая в этом плане. Да, я думаю, стабильная очень. Если мы хотим проехать как белые люди, это как... не знаю, не как... как дешевки, то нам стоит брать Астон. Ну это да. Ну я думаю, тогда Астон будем брать. Да? Как и половина народу в гонке. Ну да. Думаю, как бы... Блять. Сделать деври. Надо мне, короче, установить эту фоташу, чтобы потыкаться немного. Оп, сдох Бимер. Если это не сложно, то я и сам смогу найти. Ну, на краях у нас есть дек, заставим, так сказать. Дек, это случай не тот, который 3 месяца делал для АГЦ? Возможно, он. Возможно, он. Хорошо, хорошо. Пряником ему заплатим, и все. Нормально. Это не работает. Блять. Нет, ну если еще не ясно, может и быстрее ехать. Блять. Так, а где там ливреи лежат в АЦЦ, не знаешь?
Тоже хз. Наверное, в папке игры где-то, как обычно. Бать. Так, отключу руль. Ух, ебать, спас. Так. Если чё, команда Ярик планирует Ламбу, Лексус или Мерс. Угу. А учитывая, что Артёма нет у Мерса 20-го года, это Лехос. Ну, я думаю, там все равно Эллипсис скажет на Астане. А че уехать собрались? На Астане. 6-часовой. А, нет. Послышалось, на чем? Вот в команде. А, на машине какой-то? Не, в команде вообще кто. А, ну я Вархаммер и... Я предлагал всем, но откликнулись только человеческие Вархаммер и Игл. Ярик что-то написал, но все, а Эльпс вообще на АГЦ-шном сервере нет, я про него забыл. Не. Ну да. Да, ну гонка, конечно, веселая выдалась. Старт, блядь, всю гонку файт, блядь, за победу. И драматическая развязочка, так сказать. Я понял, что Бимер решил сделать. Скорее всего, там из-за своей ошибки он туда и развернулся, блядь. Блять, это обиженка на Бимере решила, блять, отомстить, типа. Правда, блять, все равно он все только рейтинг запорол. Да, езжай, Ферра, я тебя обгонять не буду даже. Я не считаю, это, блять, даже забыл нормальную победу тогда.